Всем привет! 5 часов утра, поэтому снимаем с первого дубля. Наконец-то нашел время и возможность подвести итоги конкурса, который проходил на страницах моего живого журнала по адресу demontip.livejournal.com. Суть этого конкурса была таковой. Я просил вас поддержать наш фестиваль самым простым способом. Это разместить анонс на любом сайте, любом форуме, либо в любом сообществе ЖЖ. Итак, давайте посмотрим, что же получилось. Небольшой ажиотаж, слава богу, мой пост вызвал. Некоторое количество участников приняло в этой акции участие. Особенно хочу выразить благодарность никнейму A Brothers Алексею. Вот он у нас. Лёха проделал очень большую работу, не щадя ни себя, видимо, ни свое рабочее время, и дал знать о нас аж в 78 сообществах российского ЖЖ. Спасибо тебе, Лёха, огромное за столь huge support. Итак, я считаю, кто насколько наработал, тот это и заработал, поэтому на общих правилах Лёша, Egg Brothers, здесь будет размещен 78 раз. Прошу обратить внимание, что я его представил здесь как Egg Brothers, так и просто Лёша. По той банальной причине, что рука бойца колоть устала, и морально у меня не хватило сил написать 78 раз Egg Brothers. Складываем все это в корзину. Так. Сейчас мы с вами разыграем третье место. За третье место я обещал один билет класса стандарт. Итак, один билет класса стандарт на мероприятие Solar Dance. Фестиваль Solar Dance в клубе Dub Club получает пользователь тусовщик Рейд. Вот так вот. Второе место. Два билета категории стандарт получает некто Бла-Бла-Блу. Очень приятно. Два билета у тебя в кармане. И самый главный приз сегодняшнего вечера или уже утра — это пригласительный билет на две персоны получает Egg Brothers, Лёха, я тебя поздравляю, ты молодец, ты его заслужил. Собственно, вот и вся любовь, точнее, вся любовь будет ровно через сутки на территории завода Arma в клубе Dub Club состоится 5-й фестиваль Solar Dance, для участия в котором мы пригласили шведского продюсера Airbase, голландского продюсера First State или Сандра Вандина. Также мы пригласили венгерский супердуэт Mine and Shane 54. И вокальные партии нам представит вокалистка из Англии Сара Хоуэллс. Еще раз, 13 февраля. Всех ждем в Dub Club. Всем спасибо, увидимся и будьте любимы. До свидания.